Только что была солнечная погода, я собрался ехать делать 1000 бурспинов. И только что, смотрите. 3 минуты назад была летняя погода. Вот такие погодные аномалии у нас в Украине. Или во всем мире, в принципе, из-за неправильного использования ресурсов природы человеком. Hello everybody, we here in the Incline Club. All crew here, Max Bormaster here. Rudek, backflip in the future master here. Elvin Fox, fast plant drop master. And today we try to set a new world record. Я хотел сделать 1000 бурспинов со своей сидушкой, но она очень сильно порвалась, очень слишком. Вот смотрите. Поэтому, ох ты шо. We need change my seat. Max give me his seat because I not have money and this seat will be better, I think. Короче, Санёк, ты знаешь, що сьогодні має бути? Здогадуйся, Сань? No. Ти маєш відкрити цю сесію. Полгода назад я Саню научил барспін. No! No! И полгода он не катался, потому что у нас был снег, потому что у нас зима и много снега. Уже месяцев 9. Да. Саня научился барспин, сделал его где-то около 3 раз, да? 3 раза сделал, и сегодня у нас не будет устанавливаться рекорд, пока Саня не сделает барспин. Еще 6 дней зимы. Саня обещал, говорил, что не будет кататься зимой, але откроешь мировой рекорд, да? Ради этого можно. Делать уже. Бля, это тормозов нема, як без тормозов. Тобі тормоза для барспіна. Один раз приземляєш без рук. Давай, так як я вчив тебе. Згадуй за півроку. Ти взагалі делаєш, я не помню. А як делать? О, корпус нахиляй наперед, ще сильніше. Давай. І делай. Підірвуруй. О, давай. О, почти. Давай сильнее, что теперь? Давай. Полный оборот. Давай тут так. Нога сейчас пальцы перемыкает. О. Понимаешь, типа назад выгинаюсь, а холод, типа, оно так перемыкает, типа, и неудобно даже. Ох! Бля, опять ты сам. Ох! Знаєш, що ти впав? Чого? Це ж той самий байк. Ти на моєму робив, да? Тоді. No. І ті самі педалі. І ті... Тільки що Алін Фокс також впав. Под... Да, да. Именно. Я расскажу сейчас подписчикам. Не, не за подошву. Когда ты падаешь, а на обычных педалях ты соскальзываешь на ноги, приземляешься, а здесь они цепляют эти шипы настолько, въедаются в подошву, что не дают тебе спрыгнуть с байка, и ты тупо падаешь. Корпус вперед. Корпус вперед нахиляй, коли дробишь, бо впадешь 5. Треба на мануал більше. Давай більше попробуй підірвати. З'їсти. А, Вока, зразу отомстила у вас. О! Є! Давай. Є! І так, починаємо. Я 2 рази зробив, і вже, типу, коліна болить з боку. Саня сделал 2 раза, ему уже болит колено, а мне 1000 раз. Спасибо моему спонсору Диме Горячеву из Москвы, что дал мне свои наколенники, которые он хотел выбросить. Сначала поролон, чтобы не умереть. Не буду. Так как у меня наколенники не по размеру, нужно их зафиксировать. Они обычно после 10 барспинов прокручиваются. О. Привет, народ! Сегодня у меня на канале 1000 барспинов. Привет, народ! Сегодня у меня на канале 1000 подписчиков. Это значит, что я буду делать 1000 барспинов.
со мной будет Макс Шевчук, бармастер, делать. Ну, 1000 он не будет, потому что болит палец, но сотку сделает. Да, Макс? Сотку со мной, дальше я сам 900. Ну, вы готовы, да? Макс, ты готов? Готовы, дети. Да, капитан. Сейчас так надо разминочку делать. Так, ну давай, пробуем. На раз, два, три, алюфон, давай отчет и пошли. Давай. Давай. Раз, два, три. Один, два, три, четыре, пять. Стоп, мы времени засекли. Кто времени засекает? Мы ж мировой рекорд ставим, у нас даже часы запущены, ё-моё. Зря крутил. Я врубил. Сорок семь. 50. Стой сюда, Лин Фокс. 51 барспин за полторы минуты. Давай последний сотый сейчас буду. Стопор спиннил почти за 3 минуты. Я отдохну. Я не могу. Стой, ноги уже. Наведи на Макса. Макс, что ты не делаешь? Ноги натираешь. Ну сотку, Макс, сотку, пожалуйста. Я без штанов поеду домой. Скільки ти зробив? 2,50 хотя бы. Блин, ладно, я дальше, у меня же руки занемели. Макс, тут ходить с камерой, Саня, ты тоже. Главное, что не колени.
Всего-то 829 штук осталось. А дальше будут уже долго жить. Дальше тут два будут 20 секунд. Спасибо.
Мерседесе 92. Триста бортпинів за 8 минут и 45 секунд. В минуту можешь вложиться, да. В минуту, то есть в годину можешь ложиться в 6. Даже меньше. Не, вряд ли меньше. Капец полный. Если ты будешь таким темпом, как ты сейчас делал, то ты вложишься десь минут 40. Мне надо отдыхать, а я буду рубить нормально. Ты просто делай не так быстро, а типа сделал раз, 3 секунди ще раз, і тоді це більш така анаеробна нагрузка буде йти. Ровно? Анаеробна. Ладно. Фух. Що, давай далі. Да, мене просто ноги затекли вже, типа важко стоять. Буду по чуть-чуть робити. Все. Сколько там минут? 13:40.
мои ощущения. Ноги, руки, все. Какие времени? 14 минут. Сколько по спине? 436. А дальше я не знаю, как быть вообще. Я уже не чувствую рук, ног. Дальше буду дуже важко. Ще дихалка за ваш мороз. На холодном. Дихаю холодно, важко. Фух, надо не зупиняться, бо, блин, не зможу встать. Ну да. Бля, вот что значит без перерыва робить. Реально уже не понимаю. Что робить, не понимаю. Дай побыли коду 500 добый. 500 это уже цифра. Половина. Скажи, сколько времени на 500? Ну типа, чтобы знать за сколько времени. Давай 15. Дивись время. Сколько? Ще три. Давай раз. 500 за 16 минут и 12 секунд. 16-12, 500 бар спину. Я иду. Ну что, это меньше, чем? Если в таком темпе все будет, то ну, за 35 минут справится, плюс-минус. Ну да, это если темп сохранить. Да, такие же. Дальше. Ти представ, що буде через 100, через 200 вообще. Ну я думав, що піздец. Ради подписчика, да. Ради подписчика? Та дай нафиг. Подписчика, бля. Думаю, прийдеться таксі, наверное. Сот 83.
500. За 19 минут. Стань на місці, я ускорю, потім до себе шпиню. Вон чуваки машину продають. Вот тут стань так по центру, я ускорю. Окей. Лучше ж люди дивиться відео, поки не в час. Так, представлять Мішаню відео, будемо, типу, повелитель борспінов, король бекфліпов, типу. Хі-хі-хі. Сейчас 700 и завалю двойным. Если сил хватит. Не завалил. Сейчас 700. 700 за 21 минуту и 13 секунд. Миша реально в полчаса вложится. Считай, Эллен Фокс. Спросить про протыкал, да? Не, нет, 702. Сейчас почали пекти. Ще раніше не так. Після 728 бортспінів почали пекти коліна. Да, записуй. А, почуть. Thank you.
Давай, 800 сейчас буду. 800. 800. Идем, мы. 802,5. Нет, я пошутил. За мной. Сколько время? 23:48. Я уже ложусь полчаса. Не фиг там, да? Ну, десь 35 реально вложується. На, казати, що це буде 801. Ого, не впав з першого. Вже голова крутиться. Попробуй вложитися для подписчиков. Ну. Представляю, як Міша засипати буде, йому бруспіни будуть в глазах. Сниться, бруспіни живуть. Ну такого ще ніхто не ділав. Я не бачив, що такого хтось ділав. Ну. Безумний чоловік. На 10 тисяч підписчиків буде 10 тисяч бруспінок. І мій бік фліп. А на 100 тисяч я фронт-кліп буду делать. Где? 36. 836. Вже ноги падають. Жорстко. Давай, Міша, давай. 850. 650 штук. Давай последний 900-й. 900-й, еще 100. Время. 26:58. 27 минут. Я не чувствую дох. 27 минут 900 бар спину. Это 30 секунд, да? Что? Давай за 30. Наш это тренажерный зал. Правда? Да, совершен. Сорок вісім ще. Давай 48, батарея, Міш, вже ноль. Давай, давай. Да.
охуенно кардио тренировка.76. 976. Сиди. 86. Время. Давай. А время? Давай. Сиди. 90, 92, 93. Давай, близко последний. Давай, тысячный. Внимание. Давай, почти, скоро, давай, еще минуты и будет 30. Представь. 29:02. Лицо человека, який сделал 1000 броспинов. Ты остановил тикшот, чувак? Ты там остановил время? Да, как ты сделал последний, то я остановил. Я, как мне больно. Я автомобиль сейчас уже ноги. Чувак, блядь, полчаса прошло так быстро, блядь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если нравится, подписывайтесь, и мы будем делать для вас лучше видео. Это все ради вас, на 5000 подписчиков. Фронтфлип с плоского дропа на 10 тысяч подписчиков. Саня сделает бэкфлип. Он не умеет кататься, но будет делать бэкфлип. На 50 тысяч подписчиков будут прыгать 10-метровый дроп на хартеле. Вот этом барину. Может и не буду. Какие подписчики на 50 тысяч? Да, если не найду дроп подходящий, тогда сделаю какой-нибудь дабл флип, ноу хенд, не знаю, что-нибудь придумаю. В общем, подписывайтесь, и мы будем делать для вас крутые видео. Пис. Опускай камеру. На момент. Ты еще барспинов двое еще тут замутил. После 1000 барспинов попробуем. О! Давай сильнее, что топор. Давай. Полный оборот.